Там, смотри, к тебе такой вопрос. А вот. Тетрадка у тебя или у меня? Я не помню, по-моему. Я не помню у кого. Короче, есть вот поле боя, да. Одна сторона, команда танков и техники. На одной стороне, ну скажем, вверху, а другая внизу. Или одна слева, другая справа. И там вот есть тяжелые танки, есть средние танки, есть легкие. Легкие, они маленькие такие, они незаметные, быстрые. Есть ПТСАУ, они, короче, прячутся в зарослях и отстреливают тяжелые танки там, любые. И вот тяжелые танки выехали на место, где они будут сражаться. Сражаются, и одна команда побеждает. И вот они проезжают вперед мимо сгоревших танков противника. А ПТСАУ, которые там у них в лесу, танки их не видят, а ПТСАУ видят их и уничтожают. И получается, в бою тяжелые танки друг с другом одни победили, но дальше поехали, а ПТСАУ их уничтожили, и все, и проиграли команда. И каким образом ПТСАУ обнаруживать? По идее, должно быть так, что маленький танк, легкий, который, ну, проезжает незаметно, обнаруживает, засвечивает ПТСАУ, и тяжелые танки по ним стреляют и уничтожают. Ведь так, по идее, должно быть. Просто я вот играю в эту игру, и там такая ситуация постоянно. Они просто стоят там у себя на базе. Их не видно. И я придумал такую штуку, такой дрон-робот маленький. Он едет, с хорошими... системой наблюдения, подъезжает так незаметно, тихо едет, шума нету от него, обнаруживает позиции ПТСАУ. Дрон чего? Да, маленький такой танчик, робот маленький очень, а ПТСАУ не могут по нему стрелять, потому что он очень маленький, они не попадут уже в него. И вот он обнаруживает, и танки тяжелые. Какой маленький? Ну вот такой. Ну да, или даже меньше. Два там. Не, метра два. Метр. Метр на метр. Так у него же. Еще надо, чтобы у него боеприпасы были. А ему не надо боеприпасы, он не для этого. Он только для того, чтобы разведать, где находится ПТСАУ противника. Он оснащен такой системой малошумной, чтобы не слышно его было. И маскировочная сеть на нем, там камуфляж. И очень хорошие эти окуляры. Ну, окуляры, которые глаза такие, которыми он видит. И вот он медленно едет. Он не стреляет ни по кому, но и эти ПТСАУ тоже по нему не могут стрелять, потому что он очень маленький. Я вот такое вот придумал, почему бы такое не сделать в игре. Летом того года скандинавы вторглись в Новгородские земли. Враги вошли в Неву на 55 кораблях и разбили лагерь. А как еще можно? Сегодня я смотрю новости по-быстрому. Посмотрел. Там два. Да.
видео. Ну, это украинское видео. Это не наш этого робота. Ну, терминатор, который называется. Терминатор. Это как какой? Я слышал, что это. Нет, я слышал, что терминатор это который сбивает дроны пулеметом. Такая установка и пулеметом сбивает дроны вверху. Или это другой? Терминатор маленький танк такой. Маленький танк? Он робот. Он управляется издалека. А он как по... Ну, там же неровная местность, он может... Он на гусенице. То есть он не заваливается? Не знаю. У него вооружение там всякое. Но он такой большой такой, 1.2 метра. Но он меньше обычного танка, но... Он намного меньше. А какое у него вооружение? Пулемет? Да, у него там пулеметы, пушки. А он для чего? Для того, чтобы пехоту... Он, короче, для поддержки танков. А, так он же это, пулемет, чтобы для поддержки пехоты, штурмовиков, чтобы заехать и отстреляться по позиции. Хотя его в него. А если в него будут стрелять из автоматов, его не пробьют? Ну, из автоматов, наверное, нет. А это. Дроны. Летающие. Машины раз и в него. Взрывается. Так он же маленький. Кто? Терминатор. Ну как маленький? Ну вот. Размером 1.2 метра. И все равно дрон попадает в него. Да. Потом второй, третий его. Он уже не едет. Ну они типа хвастались и радовались. Так я думал, вот, например, во время Второй мировой. Отечественной, Великой Отечественной войны, там был танк Т-60 в начале войны. Их делали очень много. Они служили не для того, чтобы танки другие уничтожать, а чтобы поддерживать пехоту. То есть он едет, стреляет по противникам. Так это же БМП. Нет, БМП это потом уже сделали. А это просто такой танк был, которые поддерживают пехоту. Их много клепали очень. Немцы их называли саранчой. Но они хорошо очень помогали. Ну а БМП же это сейчас это уже. Ну а вообще это сейчас уже современное. Они там подъезжают к месту столкновения, оттуда сзади вылазит пехота с стрелковым оружием. Ну типа БМП, оно для того, чтобы перевести пехоту с одного места да, на другое. Да, а он уже еще пулемет, пушка там, все, он стреляет, он как бы поддерживает. Но у него пулемет только. По-моему, и пушка у него. Так, а, такие были, по-моему, еще и во Второй мировой, да? Не было. По-моему, были, я даже в фильмах вот видел. С танками. Нет, я даже в фильме каком-то нашем отечественном видел. Что там немцы вы шли за БМП таким вот, типа, тех времен. Ну, фиг знает. Ну, а этот терминатор, он как? Для поддержки танка? А как он поддерживает танки? Фиг знает, хорошо. Боевая машина поддержки танков, что такое? Так ведь пехота должна поддерживать танк. И я думал, он подъезжает, допустим, к окопу и стреляет. Ну, фиг знает. Может, два больших периода. Первый был с осени по Новый год, вот в 2021 году. И летом 22-го года был огромный тоже уже.
3 по 7.